Этот зал, несмотря на то, что не так много зрителей здесь, но прям какой-то энергии, вновь он на льду. А еще чем он меня поразил? Тем, что из 20, наверное, 5 попыток исполнить четверной флип на тренировку ни одного даже близко не было. А в короткой программе он пошел и сделал. И желаем сейчас, собственно, собрать всю эту мощь вновь для того, чтобы здесь, сегодня в произвольной программе ее вновь продемонстрировать. Дважды был на пьедестале почета Шома Уна, но в тройке призеров лучших фигуристов мира в свое время находился и Михаил Коляда. Мы, конечно же, желаем успеха всем фигуристам, но болеем за наших. Браво, браво, Шома Уна, и честно, вот
по-человечески. Мои симпатии сейчас, конечно, они посылаются этому замечательному спортсмену из страны восходящего солнца. Я не понимаю, как это он сделал. Честно, вот уже второй день я после короткой программы так как бы вскользь прошел по поводу того, что я не видел ни одного чисто исполненного четверного флипа. Причем не то, что чисто исполнен, а даже близко ничего не было. Сейчас мы видим, как серебряный призер Олимпийских игр швейцарец Стефан Ламбьель обнимает своего ученика. Есть за что. Мы, собственно, все даже вот здесь в комментарской позиции готовы его обнять. Честно, я не понимаю. Чистейшим образом. А сейчас в произвольной программе вообще это второй элемент в произвольной программе после не очень хорошего исполненного хорошо исполнил четверного сальто в самом начале. Опять чистый четверной флип. Не понимаю. Это называется просто вот в нужный момент и так, как надо. Ну, а по поводу программы мы знаем, что Шома Уна – это один из абсолютно артистически одаренных спортсменов. И у него абсолютно, он такой разноплановый спортсмен. И сейчас он, конечно, более склонен к классическим композициям. И, ну, вы знаете, так просто браво. И вот, если даже вы слышите, я аплодирую этому не очень высокому спортсмену, но так собраться в нужный момент, выдать практически свой максимум, дорогого стоит. Энергия, которая исходит от этого фигуриста, она захватывает публику. И в очередной раз мы говорим, что публика почти отсутствующая на трибунах, разве что на члены команд, члены сборных и волонтеры, но они все аплодируют Шоме Уна, потому что тот действительно, он хватает зал и держит его собственной энергетикой. И ничего не остается, кроме как отдать должное этому выдающемуся спортсмену. Вот это спорт. Выходишь и делаешь то, что не получается. Как Аня Щербакова. Кстати, нельзя обниматься по правилам организаторов, но чемпионат мира заканчивается. И, конечно, здесь эти объятия тоже дорого стоят. Стефан Ламбьель и Шома Уна. Ой, хороший сейчас, высокий балл, безусловно, получит за свою произвольную программу. Конечно, никаких вопросов. И итоговый тоже, конечно, смотрите, будет лидировать. Почти 185 баллов набирает Шома Уна за произвольный прокат. И по сумме он сейчас устанавливает отметку, с которой можно претендовать и на медали. 277,5 результат Шомы по итогам чемпионата мира. Вполне вероятно, что он будет бороться за подиум. Наикрутейший, конечно, у нас складывается вечер, а что еще нам предстоит пережить, и, безусловно, опять же, эти потные...